Итак, всем привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть за Британию, и мы уже успешно начали наше вторжение в Скандинавию, да и в Кастилию, и я заметил, что кто-то из наших вассалов, шотландцы, вообще в Византию высадились, что, кстати говоря, дает нам хороший плацдарм для захвата Иерусалима позже. Так или иначе, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем мстить гадким скандинавам. Поехали. Мы там, помните, обещали убить чудовище, убиваем, получаем свойство охотника и... Монстр убит, 10 прироста развития. Приятно. Ну и престиж сверху. Тоже приятно. Ну и больше турнир мы пока провести не можем. В универ тоже. Давайте сами строим охоту. Нам бы раскачать на самом деле все перки тоже. Чтобы максимум бафов получить. О, вот здесь вот есть волк в провинции, так называемый. Отправляемся к волку. Так, как я и хотел, надо бы нам устроить себе целибат. Нужно закончить охоту. Окей, тогда примем. Потому что мы уже наплодили немного, многовато, скажем так, наследников. Но ничего, сейчас мы захватываем им земель, чтобы было кому пораздавать герцогство. У нас принята традиция верной подданной. Следующую мы еще не скоро можем принять. Нужно подождать еще немало лет, 50 где-то. Но вот военные традиции мы можем сделать равенством однозначно, чтобы у нас и среди женщин также были рыцари. Это увеличит общий пул рыцарей. Мы нашли волка, можем перейти на лисицу, но нет, нет. Мы отправляемся на самого важного зверя, волк. И у нашей племянницы, жены вассала, оказывается, есть чертов любовник. Нужно разобраться с ним. Так, ну не разорвали свою связь. По крайней мере, так мне это сказали. Да, неприятно было. И на охоте, если вы встретите крестьян, можно их принять за дичь. Но, наверное, не стоит. А вот до денег, да, но плюс прирост развития это полезно. Ну, я думаю, мы просто застрелим зверя без всяких рисков для здоровья. Да, и получаем еще развитие сноровки, как раз то, что нам нужно для будущих состязаний. Вот наш шкура, которую носил преследующий волк. Звучит очень странно, но пускай будет. Ну да, вот мы вернулись домой, можно теперь точно принять целибат. Ну что, потом можно его моментально прекратить, так что не страшно. А пока получим еще дополнительное благочестие, что вообще на самом деле без разницы для нас. Но самое главное, вот это вот немножко остановится. Еще одна попытка получить у нас хорошую форму, и мы ее получаем. О, да, этот персонаж будет жить, я чувствую, очень долго. Мы сейчас ему наберем здоровье со всего подряд. Параллельно начинаем пир, и мы дозахватили Ирландию. Так, стресс, компания, наверное, престиж. Ладно, мнение... Хотя у нас все нас очень любят, потому что мы, конечно, прекрасный персонаж. Нужно нашим сыновьям продавать всякие герцогства. И у меня умер сын, которого я собирался сделать наследником. Его убили. Это прям, увы, ситуация. Я не представляю, как еще мне его надо было спасти. Но это меня очень расстраивает. Нужно теперь придумывать, кто будет вместо него. Я подумал, что было бы нам неплохо переехать в эти вот территории. И я, да, отбираю титулы, но я мило, поэтому давайте как-то, наверное, этого персонажа бы закрепить. Вот так, да. И я бы поменял ее территории на Кент, потому что мне нужен Лондон, Лондон так называемый. Я просто прикинь, что здесь есть Тауэр. И как только я сделаю бойницы, то очень скоро, на самом деле. Мне хотелось бы его здесь построить и перенести сюда, в общем-то, столицу всей нашей империи. Я бы, наверное, так и сделал. Нашел, вот, перенести сюда столицу державы. Прекрасно. Мы теперь, блин, тиранически, конечно, нагребем. Жесть. Но в целом, как будто мы это можем пережить. Остальные вассалы все равно у нас будут хорошо думать, а тирания потихоньку идет. Ну да, вот передаем ей Кент полностью. Дарим ей своего кента, так сказать. Вроде как нормально. И да, очередная армия северян. Блин, они на самом деле даже смешные, я бы сказал, уже. Они что-то там приходят, что-то там пытаются захватить непонятно что. И умирают. Потому что, ну, они слабые. То есть вот, и нас в два раза меньше, но мы их просто перемалываем. Потому что у нас отличная армия. И да, бойница есть. Начинаем строительство Лондонского Тауэра. Плюс урон того, что здесь есть, плюс 6 левелов фортификации, преимущество защитника, ну, очевидно, опасность. 750 гарнизона, что приятно, но самое главное, это куча развития и налоги с всего графства плюс.
Ну и прирост ужаса. В общем-то, полезное уникальное здание. Так как бонусы закончились, здесь автоматически вот это выбралось, но мне это не интересно. А вот бурхи, да, мне интересно, потому что это позволит нам полевелапать все наши замки. Даже не замки, а... Да, вот эти домики построить, герцогские. То есть я, скорее всего, просто в военной академии побахаю. Это рыцари, это минус содержание армии, минус стоимость найма профессионалов, плюс эффективность, размер полков. В общем, очень-очень неплохо для нашей армии. Думаю, именно это я и буду брать везде. И изучал я тут, какие вообще у нас есть уникальные здания. Это можно посмотреть в экономике. И невероятно удивился тому, что вот тут у нас, оказывается, есть собор, который дает аж 6 монет в месяц. И еще сверху накидывает налоги, плюс развитие, мнение и признание, контроль и благочестие. То есть это имба-имбы. На самом деле это супер сильный собор. Надо обязательно им его контролировать. Я его только что отдал. Справедливости ради, я его до этого не контролировал, я контролировал вот это баронство. То есть мне нужно было отобрать его. И я предполагаю, что, видимо, я буду все-таки контролировать 3 герцогства. Ну, отдавать вот это, наверное, жадновато было бы. Вернее, грустновато. И теперь вопрос, значит, как мы это будем все оформлять. Вопрос сложный. И самое главное, отобрать вот этот храм здесь. Прекрасно. И теперь, вот теперь мы будем, по идее, из него получать, верно? Да, потому что наша религия позволяет нам иметь эти храмы. До этого, в принципе, при католичестве мы бы и не могли. Поэтому до этого не так страшно, что вы его не контролировали. И да, теперь нужно придумать, во-первых, ну, с вассалами, так мы как-то разберемся. У нас куча бафов на плюс отношения, так что они потерпят. Тиран 36, оно, видите, за 10 лет полностью пройдет. И то это только один вассал немножко злится. Смотрите, что? У нас теперь есть вассал во Франции. Как это получилось, я понятия не имею. Но он есть, давайте обратим его и... Происхождение ребенка. А мой знакомый был зачат. Да, как будто плевать. Так вот. Да, мы обращаем, и у нас все вассалы опять практически все лояльны. Шикарная религия, очень удобная. Так, я просто уничтожил герцогство, и по идее это решило все проблемы. Мы имеем на самом деле много герцогств, но по факту титулов нету, не созданы, а значит вассалы не слишком бухтят. Нужно только решить вопрос с доменами, конечно. Наверное, я упрощу себе задачу, вот эту церковь все-таки отдам знати. Здесь не самый выгодный домик, я тоже, наверное, отдам знати, пожалуй. Потому что знать, по идее, если что, можно будет отобрать без проблем. А остальное, что чуть-чуть получше, поинтереснее, мы будем контролировать, стараться сами. Здесь еще есть город, но это арендатор, окей, это не учитывается. Нужно еще 3. В теории можно вот это поотдавать тоже, потому что, ну, оно не сильно выгодное. Контроли. Я думаю, нормально. Еще пора нам расширяться не только на север, но и в Испанию, ведь тут у нас тоже есть претензии. И что прекрасно, мы можем всегда перенимать людей. У нас благочестие бесконечно, следовательно, Священный Орден всегда будет под нашим контролем. Прекрасно. Ну и мы просто штурмуем столицу и захватываем огромное количество территорий. Прекрасно. И да, просто посмотрите на этот храм. 13 монет в месяц. Просто... Ну, невероятно. Как хорошо, что я это заметил. Ну и продолжаем захватывать и Скандинавию тоже. Параллельно начиная строить уже цитадели. Лапаем наши замки. Слушайте, мы не можем посещать уже университет, неужели? Неужели? А, подожди, мы не можем этот университет. Но мы можем отправиться в Скандинавию, ведь там мы еще не учились. Ну нет, видите, если специальность идеально, то все, нельзя повышать выше. Это, к сожалению, грустно, но как есть. А вот мы и получили здоровое тело, и на этом, я думаю, прокачка знаний, я думаю, закончится. Тут хватит. Есть вариант еще сходить за тайную злобу. Не, налог за страх взять. Это тоже нам даст еще плюс бабки ополчения. Либо сюда куда-то. Сейчас еще подумаю. Наверное, я прокачаю алчность. Плюс еще вот это будет от ужаса. У меня здесь вроде как неплохо будет всего. Так что да, сюда ежемесячный доход берем и фармим деньги. Раз у нас уже появились деньги... Давайте займемся покоями. Таким образом. Это плюс. Ладно, стресс, качество вдохновения, допустим. И, ну, просто можно поднять величие двора, я думаю, вполне себе. Видите, сильные трейды мы получим. Потом еще признание, что неплохо. И под конец налоги с вассалов.
Можно в теории было бы сменить вот сюда, но я думаю, мы и будем фармить деньги. Соответственно, моду тоже поднять и еду как-то, как-то вот так, я думаю, будет нормально. Слишком большую еду почему не стоит делать? Потому что это начнет наших персонажей располнять, они станут жирненькими. Нам нужно, чтобы они оставались здоровыми, спортивными. Отлично. Ой, с нами подружился соседний ларинкийский правитель. Ваш друг. Он нас очень-очень сильно любит из-за того, что мы каннибал, садист, фанатик. И наши религии враждуют. Но он захотел с нами подружить. Ну ладно, что мне пустить-то? Ой, мы можем сделать абсолютный авторитет короны. Они смогут вообще никого набивать, что мне не нравится, но... Мы получим кучу денег, что мне очень нравится, так что обязательно делаем. И что мы просто делаем теперь? Мы всем вассалам, у которых нету разрешения на объявление войны, разрешаем объявлять войну. Таким образом, фактически ничего не поменяется, но это будет нашей привилегией им. Этот много кто уже платит мне много денег. Сейчас надо будет пройтись и по... давать это все. И это готово. Смотрите, сколько у нас тут уведомлений. 67,5 монеток. У нас теперь 68. Это что-то еще, наверное, пересчитывается. В любом случае, да. Доходы полезли к нам. Ой, у нас всегда кто-то немножко подорвался с крестьян из-за наших войн, видимо, и всякой фигни. Но не то, чтобы мы боялись какого-то сброда. И очередное вторжение скандинавов. Ну, кстати, это выгодно, потому что во время войны у меня плюс бабки. Так что ладно. Есть какое-то интересное решение добавить экзотики великому чертогу. Я первый раз его вижу, поэтому давайте сделаем. 750 монет. Для нас это пыль. Это просто величие дворя поднять. За счет престижа. Блин, ну давайте, хотя и не супер интересно, но ладно. А еще начинаю строить города вокруг, собственно говоря, Лондона. Чтобы развитие повышать, буду строить там домики на развитие. Я, кстати говоря, изучил французский язык. Просто так. И смотрите наше культурное развитие, как просто летит вперед благодаря нашему, собственно говоря, персонажу с высокой ученостью. Вроде как это все еще так работает. Бурхи откроем, а там и сюда пойдем, наверное, дальше в развитие, потому что нужно его повышать. Развитие тоже повышает дальше исследование технологий. О, тут смотрите, кто-то рассказывает, что они могут выйти из фракции Свобода. Ха. Если вы собирались делать фракцию, то по идее, о, наш орден расширяется еще сильнее, прекрасно. А мы, имея огромные доходы, просто делаем еще один турнир. Нужно докачать перки от этого. Потускво, удачи, как Хольстейн. И в настольной игре мы начинаем потихоньку побеждать. Я думаю, без проблем мы займем первое место. Так и есть, у нас первое место. И в стрельбе я тоже занял первое место. Наш старичок, которому уже 56 лет, не такой уж ты и старичок. И у нас есть еще две новые шмотки, которые оказались плохими. Слушайте, ну я думаю, нам бы перед сменой короля надо маленькую победоносную провести. Некоторые соседи могут прийти и не очень понять. Но я считаю, это то, что пора нам сделать. Орден поднять, профессионалов поднять. Это наша будет элитная армия. И затем поднимем туда еще дополнительно ополчение. Движемся к Анжуйскому королевству. Ну, у нас и Северная империя, Анжуйское королевство. И Иберию мы подчиним, и Скандинавию. В общем, править будем всеми морями, всеми сушами. Я вижу, там уже собирается армия христиан. Поэтому наша армия вот эти вот переходит сюда. Да, они уже готовятся к битве. Но мы... пойдем зайти. А здесь у нас получилось наоборот. Мы под хорошо, удачно так перехватили французскую армию. И еще раз перехватили. Перед этим захватили чуть-чуть здесь провинции. В общем-то, камбэкнули успешно в войне. Причем надо понимать, что у нас куча денег. Если что, можем понанимать наемников. У них, в принципе, тоже тут священные ордена, наемники. Но наши запасы намного-намного больше. Как в людях, так и в золоте. А мы продолжаем их разбивать. И гибель сына? Это не наследник был, верно? Да, это не наследник. Так что, ну, увы. В принципе, приходится нам отступать и пополнять припасы, потому что, да, механика припасов в ТК-3 душная. Как и, в принципе, это было во второй части. Ой, ну нас еще покупают перемирие. Ну, без проблем. Плюс бабки на войну. Они еще вот тут вот воюют с Алтарингией. Как удачно наш друг параллельно с этим напал. Ну, я-то не против.
Отправили там северную угрозу, но на нее плевать, а вот восстанием мы все-таки займемся. Хоть и так, аккуратненько. Небольшую армию здесь поднимем. Разберемся. И вернем эту армию сюда. И да, я так понимаю, лотарингийский король зашел тоже в войну против нас. Господи, да. Что значит, что нам нужно поднять еще больше людей. И мы получаем немощь. Ну, мы сможем прожить с ней еще долго, у нас, благо, бахов здоровья много. Но, конечно, я так понимаю, оно... Железное здоровье, по идее, должно компенсировать. Хотя я не уверен насчет этого, но так или иначе, да. Подходит время менять персонажа. А у нас, господи, заедание стресса, недальновидность. У нас наследник не очень приятный. И смотрите, после еще некоторой борьбы мы забираем опять Париж, его вернули, мы забрали снова. И мы захватили короля Франции. На этом наша война закончена. Мы получили очень-очень приятный кусок, в принципе, Европы, ну и, конечно, Франции. Здесь, по идее, мы должны получить очень много, потому что здесь хорошее развитие. Больше, чем наше даже. Здесь неплохая такая застройка. И это все будет феодальными нашими вассалами. Так что, я думаю, с этого мы будем потихоньку получать деньги, конечно, после того, как контроль вернется. И мы замки папали, начинаю строить военные академии, чтобы повышать своих рыцарей, уменьшать содержание армии. В общем, продолжаем развивать военку и при этом экономить бабки. Францию мы завоевали, теперь нужно будет вот от этого подрыва как-то пережить его. В принципе, это, очевидно, будет несложно, супер легко. Фракция свободы вроде не слишком большая. Они, наверное, злятся за то, что у нас очень долгая была война. Ну и абсолютно авторитет корона, но да, видите. Давайте война минус 8. Сейчас потихоньку все успокоятся. Наше население тоже успокоится и будет все окей. А еще нужно начать красться в Иерусалим. Так что начнем с войны, пожалуй, за Ливан. Вроде как к нему особо никто присоединиться никто не должен. Так что можем воевать. А вот и восстание, с которым мы, я думаю, сейчас по-быстрому разберемся. Вижу, с этим проблем никаких. Ой, меня поздравили с днем рождения. И подарка на выбор. Ну, самый большой, конечно, секира. Бесполезно, но ладно, приятно. Ну, кстати, восстание покончено полностью. Видно. И нужно понять, где здесь северяне. Ага, нашел. С ними сейчас тоже покончим. Кто-то меня хочет убить. Да пощадите вы старика, 68 лет. Скоро и так откинется. Хотя, ладно, может не скоро. Но от немощи бы избавиться. Я надеюсь, что как-то нам с этим поможет наша династическая фигня, но, по идее, не слишком сильно. Нужна и долгая жизнь, и достойная старость. Ну, сначала старость. И еще микровосстание в Британии, с которым мы справились. Прекрасно. Вот теперь можно опять немножко дать королевству вздохнуть и, как говорится, отдохнуть. Иначе было душновато. И здесь у нас в Лондоне уже 19 развития. Мы очень-очень быстрыми темпами это поднимаем. А от него будут и земли вокруг потихоньку тоже развиваться, отлично. И наш сын не смог дожить до, в общем-то, смены короля. Это очень меня расстраивает, но он, конечно, был не лучшим сыном, но... У меня не так много кандидатов других осталось. Видите, кто-то в бою, кто-то убит, кто-то от ран, кто-то загадочные обстоятельства, утонул. Опять загадочные обстоятельства, опять утонул. И опять Да, у меня досталось не так много наследников, ну ладно, у меня еще есть кого, так сказать, это бремя отправить. Так что я думаю, слишком страдать мы не будем. Тем более, что у нас хватает денег и узников, если что, после смены правительства, стабилизировать, скажем так, ситуацию. Да, и я увижу уже нашу внучку, которая может положить начало династии, той самой, цель династию, которая сможет нажать. У нее, потому что есть гениальность, и у нее есть вот эти перки. То есть вот он наш идеальный персонаж, к которому мы стремились. Кстати говоря, есть ген еще гигантизма откуда-то. Вот это тоже бы поднять, потому что это небольшие бафы дает. Кстати говоря, мне казалось, раньше он дает ужас, но, видимо, нет. Да, вот это наш персонаж, а значит, вот это наш наследник. Меня еще попробовали убить, причем чисто рандомный персонаж какой-то. Супер рандомный. Но я выжил, слава богу. Ой, у нас уже, да, начинают уже и супруги умирать. Ну, понятное дело, так, просто стресс, а на стресс плевать, у нас бесплатный стресс. Ну что, можно на этом закончить серию, у нас уже 74 года нашему персонажу, он, я думаю, продержится еще несколько лет. В следующей серии мы уже подготовим смену власти, пересядем на вот эту нашу наследницу и постараемся сделать все, чтобы вот эта внучка выжила и заложила династию просто гигачадов правителей.
А с вами был Добгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, скрут, бусти, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.